Первое – это Министерство регионального розвитку та будівництва та житлово-комунального господарства. Второе – Министерство экономического розвитку та торговли. Третье – Министерство юстиции, Министерство вугільної промышленности, Министерство финансов и Державная служба надзвичайних ситуаций, ДСНС. Хочу сразу сказать, что прохождение согласования и защиты этих средств проходит в несколько этапов. Первый этап – это получение экспертных выставок от всех министерств, которые я назвал. Второй этап – это подготовка распоряжения Кабинета министров и принятие решения Кабинета министров.